Семьям погибших на шахте Абайская выплатят десятилетнее денежное содержание. Об этом заявил министр по ЧС на брифинге в Караганде. Юрий Ильин сообщил, что причиной гибели шахтеров стал залповый выброс метана. Он произошел настолько молниеносно, что горняки не успели воспользоваться самоспасателями. Почему произошел выброс, выясняют специалисты. По словам министра, на время работы правительственной комиссии будет приостановлена работа всех забоев. Также Юрий Ильин напомнил, что весной деятельность шахты приостанавливалась решением экономического суда по устранению всех нарушений. Иск подавал Комитет промышленной безопасности по Карагандинской области. Будет ли работать предприятие дальше, будет ясно после выводов комиссии, пояснил министр. В соответствии с трудовым договором, который заключен был между работниками и работодателем, значит, всем семьям погибших будет выплачено десятилетнее денежное содержание. Затем уже в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться вопрос покрытия кредитов, обязательные вопросы проплаты обучения тех детей, которые уже на сегодняшний день являются студентами. Ну и, возможно, уже смотря из индивидуальных трудовых договоров, которые имеются, возможно, будет и компания решаться вопрос предоставления жилья тем людям, которые на сегодняшний день нуждаются.